В этом обзоре мы рассмотрим смартфон Liquid от Acer. Во всех предыдущих коммуникаторах компании использовалась операционная система Windows Mobile, и Liquid – первое устройство под управлением Android. При первом же взгляде на аппарат можно сказать, что внешность у него оригинальная и броская. Форма полностью соответствует значению названия «плавность». Прямые углы скрадываются вогнутыми дугой верхней и нижней плоскостью и скругленными боковыми гранями. Красиво контрастирует белый, сверкающий корпус со стеклянным черным экраном. И даже в таком исполнении этот сплошной глянец практически не залапывается. К минусам исполнения нужно отнести мягкость корпуса и то, что резиновая заглушка от пыли в нижнем торце со временем, вероятно, разбалтывается. TFT-дисплей прикрыт стеклянной защитной поверхностью. Он обладает айфоновской диагональю, но намного большим разрешением. Дисплей емкостного типа, то есть управление им осуществляется только пальцами. Экран Liquid наделен хорошей отзывчивостью, которая дополнительно настраивается в меню. Однако мужским пальцем в нужную кнопку виртуальной клавиатуры попасть трудновато. В общем, не хватает управляющей кнопки и специального стилуса. На торцах находятся три аппаратные кнопки. Включение слева и камеры с регулятором громкости справа от экрана. По нашему мнению, удобнее было бы качельку громкости также расположить слева. Сенсорные клавиши под экраном срабатывают без задержек, но механические кнопки приема и отбоя звонка здесь бы не помешали. На верхнем торце аппарата находится аудиоразъем 3,5 мм, что позволит меломанам наслаждаться музыкой через любимые наушники вместо стандартной гарнитуры. При активной загрузке автономно смартфон проработает около 1 дня. При средней батареи хватит на 2-3 дня. Приятно удивил датчик подсчета расхода энергии на выполнение тех или иных задач. Встроенная 5-мегапиксельная камера позволяет получить неплохие снимки и видео при хорошем освещении, а вот вспышка здесь не предусмотрена. Поскольку работает смартфон под управлением OS Android, ему свойственна простота управления и богатые возможности персонализации. Мы располагаем 5 рабочими столами, на которые можно поставить разнообразные виджеты и ярлыки. Легко меняются обои, очень эффектно смотрятся анимированные. Также впечатляет меню, выполненное в виде матрицы со всеми установленными приложениями. Среди них обнаружилось 2 довольно необычных. Это сканер штрих-кода, использующий камеру, чтобы считать код, и преобразователь голоса в текст, для которого нужен аккаунт Google. Liquid можно легко использовать как автомобильный навигатор, установив дополнительные программы. Предустановленная же Google Maps автоматически подгружает карты из интернета. В этом смартфоне частоту мощного процессора Qualcomm, известного как Snapdragon, снизили с 1 ГГц до 768 МГц. Но этого вполне хватает для большинства задач, и почти все операции выполняются мгновенно. Легко справляется коммуникатор и с просмотром высококачественного видео. Для обмена данными в аппарате есть Bluetooth и Wi-Fi. Также телефон может служить точкой доступа в интернет и для ноутбука. Помимо стандартных гарнитуры, документации, зарядного устройства, USB-кабеля и аккумулятора, в коробке присутствует карта памяти на 2 ГБ. А наличие микрофибрового чехла и защитной пленки для экрана гарантирует безопасное ношение Liquid в сумке. Acer Liquid S100 будет отличным выбором для ценителя красивых гаджетов. За счет оригинального стильного дизайна, большого сенсорного экрана и богатых мультимедийных возможностей. А техногурманы наверняка оценят серьезную аппаратную и программную начинку смартфона.